Вначале идут техники ПНФ. На самом деле это несколько сложнее, чем может показаться, наблюдая со стороны, потому что необходимо оказывать давление дозированное левой и правой рукой и строго навстречу движению. Обращаю внимание, что запись ускорена в два раза. Затем наша подопечная выполняет движение самостоятельно. Поставлена очень простая задача – соблюдать только диагональное движение с одновременной ротацией плеча. Кисть и запястье дана установка игнорировать, по возможности вытягивая в одну линию. Сначала левой, затем правой рукой, после диагонали ПНФ с инструктором. Выдох, удерживаем запястья и пальцы.